Рубль нафиг никому не нужен. Курс доллара перескочил отметку 82 рубля. Евро перешагнул за 90 рублей. И россияне сразу же побежали в обменники. Это значит, что за несколько месяцев инфляция разгонится до 20%. Это если курс будет оставаться на такой отметке, да, 82. Пока они стояли в очередях, доллар упал до 83 рублей, а евро до 91. И это еще не предел в этом году. А каких же показателей может доплыть? Вот сейчас уже больше 80 рублей. Понятно. Мы сейчас не ставим никаких границ. Центральный банк, как регулятор, на денежном рынке, не ставит каких-то ограничений. Последние полгода рубль в основном постепенно падает. Это, как заявляют эксперты, помогает финансировать дефицит бюджета. Долларовую прибыль от экспорта конвертируют в рубли и получают больше, чем раньше. Бюджетный дефицит действительно можно покрыть за счет падения курса. Продаешь товар и получаешь за него раньше 54 рубля, да, а теперь 82. Государство как бы свою проблему решает, перекладывает его на население. Ты решил проблему этого месяца, но создал проблему следующих годов. Но даже это не помогает перекрыть все проблемы. Плановый дефицит на 2023 год – 3 триллиона рублей. В январе он уже был более 50% от годовой суммы – 1 триллион 800 миллиардов рублей. Февраль не стал лучше – минус 2 триллиона 600 миллиардов рублей. 28 марта дефицит стал больше 4 триллионов рублей. Но случилось чудо. Буквально за считанные дни до конца месяца убытки сократили до 2 триллионов 400 миллиардов рублей. Это даже меньше, чем было в феврале. Эксперты отмечают, что это очередная махинация с бюджетом. Сейчас формально они дефицит сократили до 2,4 за первый квартал. Но в чем проблема? Проблема заключается в том, что это сокращение дефицита достигнуто за счет резкого сокращения бюджетных расходов. При этом нужно понимать, что эти бюджетные расходы в первую очередь зацепили социальные, скажем, блоки платежей, социальные программы, которые касаются здравоохранения и образования. Пока Путин сокращает соцпрограммы, военный бюджет он только увеличивает. Приблизительно на 50% выросли расходы бюджета. А куда они выросли? На войну. Путин удвоил расходы на армию по сравнению с довоенным временем. Около 120 миллиардов долларов сейчас в год идет на армию, а денег нет, их где-то надо брать. И вот они пришли к выводу, что надо включать печатный станок. Именно печатный станок называют главным фактором ослабления рубля. Рублей стало больше, а доллары в дефиците. Главная причина – дефицит долларов и избыток рублей, которые печатаются, чтобы платить рабовые. В любой экономике появление денег приводит к инфляции. Вопрос времени. И вот сейчас это отложенный эффект того, когда Россия приняла решение в феврале печатать деньги. Но министр финансов в это время невнятно и обтекаемо пытается сформулировать что-то про торговый баланс и импорт. Изменение курса связано с притоками и оттоками валют в нашу страну. Притоки и оттоки валют связаны с торговым балансом. Сколько продали, сколько приобрели и так далее. Поэтому эти изменения связаны либо с увеличением импорта, либо с чуть сокращением экспортной выручки. Они не могут сказать, что, ребята, мы напечатали много денег, эти деньги ничем не обеспечены. Силуанов грамотный, но ему же надо лапшу на уши вешать населению, да? Путину, наверное, он честно объясняет, да, что происходит. Многие сегодня не понимают, как на них отразится изменение курса. Якобы нет сбережений или кредитов в долларах, значит, не стоит и думать об этом. Никак. Почему? Ну, потому что я к этой валюте никакого отношения не имею. Нет. Почему? Не знаю, у меня мало доходов, поэтому все равно, в общем-то. На каком уровне этот курс? Вообще никак.
Ну, снизился и снизился. Я за этим не слежу. Путинским экономистам удается растянуть резкое падение рубля. Он ослабевает постепенно, без резких скачков. Если курс рубля останется примерно на уровне 82 рублей за доллар, то к концу года реальная инфляция будет 20% по оценкам экономистов. Я просчитал, что до конца года инфляция может быть 20%, а дальше она будет еще расти и догонять вот эту девальвацию. То количество товаров, которые вы год назад могли купить за 1000 рублей, стало существенно меньше. И улучшения ситуации никто не видит. Дальше будет только хуже. А доходы россиян, реальные доходы россиян будут здорово падать. Потому что, естественно, поднятие заработных плат и поднятие социальных выплат не будет успевать за инфляционными процессами. И многие семьи в малых городах, национальных окраинах не смогут покупать даже еду. То есть бедность, костлявой рукой, уже будет хватать за горло миллионы граждан. И начнется война телевизора с холодильника. Сегодня подавляющее большинство экономистов сходится во мнении, что к концу года 1 доллар будет стоить 100 рублей. А прокремлевские издания публикуют аналитику, где говорят, что в 2025 году курс будет выше 200 рублей за доллар. Пока идет война, на Россию будут продолжать накладывать санкции. Ни о каком экономическом росте в таких условиях не может быть и речи. Столько есть факторов, которые будут давить на курс рубля, и ни одного, который его поддерживал бы. Нету конкурентоспособных товаров, значит, которые мы продаем и избавляемся от импорта там, и снижаем спрос на валюту.